12 июля, РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля минувшей ночью нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии, передает агентство САНА. Уточняется, что это произошло в приграничной провинции Пунитра в районе поселения Хадер и Тель-Крунджиба, нанесен материальный ущерб. При этом системы сирийской противовоздушной обороны удары отразили. Израильские военные заявили, что подвергли воздушной атаке три поста сирийской армии в ответ на вторжение беспилотника. Он накануне был сбит в воздушном пространстве Израиля. 8 июля сирийские СМИ сообщали, что израильские ВВС подвергли атаке воздушную базу Тайфор Т-4, которая находится в провинции Хомс. Вместе с тем, армия обороны Израиля сообщение об этом не прокомментировала. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии. Решетка. Армия обороны Израиля. Решетка. Сирия. Решетка. Израиль».